Прибалтийская инициатива. В Эстонии возможно проведение государственного ICO. Эту мысль на сайте medium.com высказал глава программы онлайн-гражданства и резиденси Каспар Кориус. По его мнению, именно эта страна может выпустить собственные токены – Esthcoins. Их обладателями станут не только жители страны, но и любой человек в мире, который получит онлайн-гражданство Эстонии. Расплачиваться токенами Esthcoins можно будет за услуги, которые предоставляются на территории страны. Если идея введения Esthcoins будет поддержана государством, то Эстония станет первой в мире, выпустившей токены с госгарантиями.